Шеф-повар Максим Григорьев. Банановая карамель. Бананы прочно вошли в нашу жизнь. Они вкусные, сытные, ароматные и очень доступные. Все это и сделало их очень популярными и среди детей, и среди взрослых. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Бананы 1,5 штук. Вода 150 мл. Кислота лимонная 1 щепотка. Корица молотая 0,1 чайная ложка. Мед 3 столовые ложки. Сахар 4 столовые ложки. Сахар ванильный 1 чайная ложка. Шаг 1. Для работы нам понадобится мед, сахар, бананы, вода, молотая корица, ванильный сахар, лимонная кислота. Шаг 2. В толстостенном сотейнике соединить воду, 150 мл, сахар, 4 столовые ложки, 1 щепотку лимонной кислоты и мед, 3 столовые ложки. Перемешать. Довести на небольшом огне до кипения. Шаг 3. 1,5 банана очистить, нарезать небольшими кусочками и отправить в сотейник. Шаг 4. Готовить на небольшом огне, помешивая, пока не образуется довольно густая масса, а бананы не разварятся. На это уходит примерно 5 минут. Шаг 5. Добавить в банановую массу ванильный сахар, 1 чайная ложка, и корицу 0,1 чайная ложка. Перемешать. Шаг 6. Измельчить все с помощью блендера до однородной массы. Вернуть на огонь и опять довести до кипения. Снять с огня. Шаг 7. Банановая карамель готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.